В Ангарске задержан 75-летний мужчина, совершивший насильственные действия в отношении 8-летней девочки. Пострадавшая лишь недавно переехала в этот дом и жила по соседству со своим обидчиком. По данным следователей, подозреваемый в момент совершения преступления был пьян. В правоохранительные органы обратилась мама по факту совершенного преступления, но маме стало известно от слов соседей. То есть соседей в момент, когда мужчина совершал в подъезде насильственные действия сексуального характера, они были замечены соседями, проживающими в данном подъезде. То есть они зашли, увидели и об этом сообщили матери. Семья девочки на учете в КДН не состояла и характеризуется положительно. Пожилой мужчина заключен под стражу. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.